Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. И у нас с тобой закончился турнир. Ну что ж, давай забирать свои награды. Это у нас Лига Мастеров 3 звезды, как ты видишь. Ага, Рафаэль, друзья мои. Так что 50 ДНК мы должны на него получить. Это у нас ролевой. Так, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Отлично, так, забираем с тобой здесь ежедневные награды. Две штуки. Так, задания я все выполнил в магазине. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть. Опачки. И это красота, ребята. Леонардо фильм, 5 ДНК за 5000 сюрикенов. Конечно же, сразу приобретаем. Смотрим дальше, что у нас по монетам. Опачки. А по монеткам у нас тоже все хорошо. Так, давай-ка будем определяться, кого прокачивать. Многие хотели, чтобы я прокачал Донателло, но и Рафаэля тоже не упускали из вида. Так, интересно, интересно. Ну что, я думаю, наверное, будем тогда прокачивать с тобой Донателло. Поехали. Опачки. Так, 72 ДНК из 100. Это у нас Донателло оригинал, друзья мои. Так, что у нас тут? Осколки, это все хорошо. Турнирная арена начнется сегодня, буквально с секунды на секунду. Ребят, посмотрим, что у нас за испытание. Опа, и сразу, что я вижу, на этой неделе у нас будет усиление технодрома. То есть мы с тобой сможем фармить Кренга. И это хорошая новость. Также у нас с тобой будет классическая бойня. А что у нас в ней? А в ней у нас, оу, друзья мои, классические черепашки-ниндзя у нас будут здесь. Ха-ха. И Крэнк, и Шреддер. Слушай, ну это круто, это круто. Ну и как всегда, девичья сила. Девичья сила нам нужна из-за Лапекс и Шинигами. В общем, неделька будет интересная у нас. Так, ну что же, да, ёлки ты палки, ты посмотри, что у нас с тобой здесь происходит. У нас ребятули просто рвутся в бой, хотят все получить золотой ранг. Так, давай-ка вспомним, кого мы хотели с тобой в тот раз поднять по золоту. Может быть, Рафаэля, может быть, Майки. Друзья мои, давайте сделаем так. Я оставляю это на ваше усмотрение, как обычно. Чем больше голосов за определенного персонажа, того мы сразу поднимем в золотой ранг. Так что не ленитесь, пишите в комментарии. А я пока пойду и начну, наверное, турнирную арену, да? Потому что здесь, кстати, подожди, у нас по жетонам что-нибудь есть хорошенькое? 460 штук. Маловато, маловато. А минималочка нам нужно с тобой 710. Нет, минималка вообще-то нужно 610. Но вот тут 710. Я думаю, мы все-таки с тобой, наверное, Микеланджело ролевого будем прокачивать. Да? Окей. Ну что, турнирная арена нас ждет, друзья мои. Мы с вами начинаем бустовать. Поехали. Кики. Надо же, какой тут маленький Кики. Но я думаю, ребята, мы знаешь, что сделаем с тобой? Попробуем вытянуть. Вот, ты видишь, 11-11. Поехали. Так, это у нас Гуе. 18 ранг у нашего противника. А мы с тобой возьмем и 30 ранг выставим против него. Ну, я думаю, что порвем на изи. Так, начну-ка. Ага, начну-ка. Начал он первым. А мы тогда с тобой будем сейчас уничтожать Кирби. Yes. Так, теперь караечку надо наказать. Так, Макма, ну успокойся, пожалуйста. Будешь топотун свой врубать потом как-нибудь. Все, карайка падает. И добиваем с тобой Макмана. Не то, что добиваем, а просто уничтожаем его. Друзья мои, первая победа за нами. Мы с вами двигаемся дальше. И, как говорится, будем бустовать. Попробуем получать как можно больше кубков. Соответственно, будем быстрее подниматься по рангу. Давай смотреть, кто у нас на этот раз. 11-11, меня не устраивает. Давайте мне что-нибудь, вот. Видишь, уже 11-12, но я возьму вот этого вот, Александра. Потому что кубки те же самые, ребята, но противник будет слабее. Поехали. Противник будет слабее, значит, у нас будет идти все в ногу. Так, ну что, троих персонажей, как ты видишь, я выбрал. Давай, сейчас главное не расслабляться, ребята. А то мы можем с вами опять сфейлиться, как это у меня обычно бывает. Думаешь, ну все, победа будет за нами, а кукиш там с маслом. Ну-ка давай массуху с тобой сделаем. Эй-эй-эй, что это такое, что это за лаги, ребята, происходит у меня?
Мне этого не надо делать. Кстати, серия, ребята, это выйдет уже завтра. Хоть играю я в понедельник, но мне буквально через час идти на работу, так что я не успею подготовить ее к сегодняшнему выпуску. Так что, друзья мои, увидите завтра. Завтра как раз у нас еще будет одна серия, там, где мы будем с тобой проходить испытания. Ну что, Лига Воинов 3 звезды уже. И я вижу Илью, который хочет мне помочь в прокачке. Так, как ты видел, там 12-13 кубков. А мы с тобой возьмем... Слушай, ну уже 23-24 уровень, как ни крути. Быстро мы с тобой здесь летим. Я думаю, справимся, да? Так, Эйприл, Карайка. Наверное, начну я с Карайки, скорее всего. Попробуем. Тыдыч. Да, не особо хорошо, если вот так вот. Замечательно. Так, теперь Эйприл, по идее, нужно нам с тобой ушатать, потому что это хиллер. Она наверняка сейчас будет хилять. Ну-ка, если мы вот так вот из бластера. Да ладно, ты серьезно, что ли? И она хиляет, конечно же. Так, ладно. Будем все равно ее пробивать, друзья. Ну-ка, вот так вот, если мы... Шикарно. А если сюда? Так. Что-то у нас тут не заходит. Но, Донни, хватит уже, падай давай. Не задерживай, как говорится, ни меня, а ни моих ребятулек. Вот и все. Ну что, мы с тобой должны, по идее, подняться уже в следующий ранг, да? Уже, по крайней мере, не воин. А, да, друзья мои, элита, 70-й ранг. Шикарненько, продолжаем разговор. И здесь я возьму, наверное... Слушай, 12-13, а можно что-нибудь другое, а? Вот. 12-14, это у нас Адам. Эх, Адам, где же твоя Ева? Да не имеет значения, где она, мы сейчас все равно тебя раскурочим. Шинигами даже здесь выпало. Ладно, фиг с ним. Мне нравится вот этот голубь Пит. Бежит еще шапочка, так на нем хорошо дрыгается. Давай-ка начнем с Они. Вызываем этого духа. Пускай он шуганет, может застанет. Не вышло. Так, Карайка, ну естественно, у нее большая инициатива. Она начинает тут свои кунаи бросать. Так, Лео, сделай добро. Молодец, красавчик. Так, замедляха сработала. Тихо, Рафаэль. Зря ты так, зря, парнишка. Мундагека, ты упадешь или нет? Да, упал. И мы с тобой, наверное. Так, ну Шинигами до того слаба, что даже не может Карайку подбить. Ну, а здесь Рафаэльчику будет уже хана. Ребята, он один остался, и никто ему здесь не поможет. И ничто его не спасет. Замечательно. Ну что же, двигаемся с тобой далее. Посмотрим, куда мы с тобой приземлимся. 70-й ранг у нас был. Я думаю, где-то будет, наверное, либо новый ранг. Да, ребята, элита 2 звезды, а местечко 82-е. Хм. Все равно неплохо, я считаю. Так, 12-14, да? То есть 13-15 вряд ли я здесь получу. Ну, что ты там? Нет, друзья мои, скорее всего, не дадут мне. А хотелось бы. Ладно, 12-14, фиг с ним, друзья мои. Берем, короче, вот этого персонажа и будем сейчас его разбирать. Рокстеди плюс Роквелл. Ага, вместе с нашими маузерами. Ну, здравствуйте. Так, друзья мои, был обрыв сети по непонятным мне, конечно же, делам. Так, давай-ка мы с тобой будем сейчас наказывать... Нет, давай-ка муху. Муху, конечно же, ее в первую очередь нужно наказать. Так, а теперь Мондагека. Раз. Так, что там? Что он там ускоряет? Ускоряет свою команду, друзья мои, ну конечно же. Так, попробуем его пробить. Блин, они на ускорение сейчас начнут тут буянить, если честно. Так, Лео, успокойся. Он даже не попал. Ух! Ну все, ребятушки, тогда уж извиняйте. И я буду теперь вас тут раскурочивать. Давай-ка мы сделаем с тобой массовую атаку. Я думаю, что Крис Брэдфорд упадет. Окей. Они промахиваются. Так, а этот попал. Немножечко задел. Ладно, ничего страшного. Так, Лео, давай-ка. Ах ты, гаденыш. Все. Прошли и двигаемся с тобой далее. Надеюсь, больше никаких обрывов не будет у нас. Не хотелось бы.
Так, ну что, мы с тобой в элитке 3 звезды. Место у нас 85-е. Довольно неплохо мы с тобой идем. Так, не нравится мне, когда вот так вот долго начинает крутиться. Того и гляди, что-нибудь здесь да подсунут. Лига элиты. Ну, попробуем сейчас подраться здесь. Это, как говорится, неизвестный персонаж, потому что у него даже нету никнейма. Ну что, тут, как ты видишь, 30 уровень. Ребята, а у нас, как видите, 40-й. Я думаю, что никаких проблем не будет. Быстренько сейчас расквитаемся. Так, Карайка ходит первая. Ты серьезно? Воу-воу-воу. Ребята, а ну-ка давайте-ка быстренько на тормозах спустились. Бросаем туда гранату, в эту компашку. Вау. Теперь еще один баллончик с тобой забросим туда. От Кейси Джонса. Так, минус двоечка. И добивает Макман всю эту компашку. Вот так надо играть, друзья мои. Я вообще обожаю, на самом деле, вот когда начинается неделя, и вот этот вот первый наш с тобой буст очень классный. Что-то, друзья мои, слишком часто у меня пропадает сеть и вылетает игра. Не знаю. Если еще раз повторится, наверное, придется отказываться от сегодняшней серии и ждать завтрашнего дня. Так, ну что, у нас с тобой элита 3 звезды. Как ты видишь, Эстабан, Нахайр и Ио. Ну, я возьму, наверное, вот этого вот, Эстабана. 13-16. Такой расклад меня больше устраивает, ребята. Ну что, героев еще дофигища у нас. 38 уровень противника. Я думаю, что мы справимся здесь. У нас Кужеголовый, все-таки есть Крэнк. Как-нибудь справимся, не пропадем, верно? Верно. Так, желательно, конечно, массовые атаки делать. Поехали, вызываем этих дурачков, которые будут сейчас прыгать. Вот так вот. Теперь давай, наверное, осколочки бросим, да? Нормуль. Так, Крэнк, успеешь? Блин, этот вешает иммунитет на себя. Я хочу, чтобы Крэнк... Вот, мне нужны вот твои ракеточки. И, наверное, Кужеголову все-таки всех их здесь добьет. Хотя... Ну да, мы даже без Кужеголового здесь справились. Тут можно было бы сделать либо массовую атаку, либо взять его в провокацию, и все. У них бы не было бы шансов здесь на победу. Ну, а мы с собой двигаемся дальше и посмотрим, куда мы переместимся. Да, друзья мои, мы уже в самураях. 41-я позиция. Я считаю, что это классно. Так, 13-16. Ну что, я возьму, наверное, здесь Ирену. Да? Я думаю, вы со мной согласитесь. Иреночка замечательно себя чувствует. Я думаю, не только на фотографии, но и в жизни тоже. Поэтому надо немножко ее помурыжить. Да, других слов у меня не нашлось. Будем ее мурыжить. Так, у нее вот такая команда, друзья мои. Мондагека тут не вписывается, конечно, но фиг с ним. Так были бы все братья-черепашки, да, и плюс Сплинтер. Так, слышь, давай-ка мы с тобой, наверное... Оп, тихо. Не хочу, чтобы он хилял, а он, наверное, успеет все-таки. Да, друзья мои, хотя погоди секунду. Давай, Рафаэль. Норм. Все у нас пошло норм. Так, а минус Донни. Сплинтер кого-то хочет заблокировать. Ничего у него не получается. Лео, отдохни. Погнали, друзья мои. Минус Леонардо Финн. И, наверное, Сплинтер тоже минус. Нет? Слышь? Да. Слышь, его добивает. Отлично. Ну и двигаемся дальше. Не зря это у нас называется буст. Мы здесь ни на чем не заостряем особого внимания. Бежим просто как паровозы. И самурай 2 звезды у нас уже в кармане. 75-я позиция, 23 отката, ребята, у нас с вами есть 67 монет. Думаю, что завтра будет их еще больше, и мы с тобой еще прикупим с тобой 3 ДНК. Так, Густаво, 14-17, кстати, это хороший вариантик. Я думаю, что возьмем, наверное, Вазгена. Вазген, дорогой, давай-ка мы подеремся с тобой. Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять. Полтинники у меня, друзья мои, идут. Тут у меня Донателло Космос, Донателло... Какой у меня там? Ролевой? Нет, не ролевой. Донателло Видение. Ну, то есть, ты сам понимаешь, да? У нас с тобой будет сейчас и провокация, и ускорение. Точнее, не ускорение. Зачем я это сделал? Я вообще-то хотел повысить себе вот-вот. Именно вот этот танец я и хотел сделать. Силу атаки. Но сделал зачем-то удар. В плане я не понял, с какого перепуга он два раза ходит, друзья. Эй! Так, у Алапекса, кстати, месть. Так, ну-ка, кого мы тут, прошьем или нет? Лучом этим, да, конечно, прошьем. Теперь нам бы желательно... Ох ты, Леонардо, друзья мои, сейчас будет... Не дай боже, у него вертушка есть. Или пробивной удар он может влепить.
А, он хиляет. Он хиляет, и это хорошо. Друзья мои, это хорошо, потому что провокация нам нужна, да? Конечно же, будем брать с собой Дони в провокацию. Он у нас 50 уровня. Я думаю, что его здесь никто уже пробить не сможет. А нам нужно по-быренькому с тобой избавляться. Так, повышаем всем атаку. Это надо было изначально сделать. Так, а это что у нас? Я забыл. Это дебаф, по-моему, да? Нет, ребята, это не дебаф. Это обычный баф. Для нас причем. Так, минус. Ну, Роквелл. Так, две атаки, это хорошо, друзья мои. Тихо. Главное, чтобы Донни мой выжил, друзья мои. Так, наверное, бросим с тобой молот в этого бибопа. Тыдич, с удара. С удара мы его вынесли. Вот это хорошо, вот это было красиво. Ну, а этот Майки у нас под уклонением. Поэтому, ребята, мы по нему попасть и не можем. Вот Алапекс умудрилась пробить. Так, коготками, коготками. Ать, и добиваем его, наверное, с помощью Эйприл Кунаичи. Ну что, ты сам видишь, идеальная у нас с тобой здесь победа, и мы двигаемся дальше. И, надеюсь, хотя ранг вряд ли возьмем, ну да. Три звездочки пока до нас не достают. Ну, ничего страшного, ребята, 14-18 уже вижу я есть, и возьмем Дениса против нас. А, Денис, сколько у нас вообще тут персонажей еще осталось? Ну, где-то ровно половина, да? Погоди-ка, тут уже, смотри-ка, 43 уровень, нам надо брать с тобой хо-хо-хоу. Нам нужно брать здесь серьезного бойца, и это будет Армагон. Блин, у них инициатива, наверное, офигенная будет. Ну, у нас там есть Супер Шреддер, у нас есть Рокстеди, есть провокатор Леонардо. Я думаю, справимся, да? Ну, Кармагон, звезданика им хорошенечко валуном этим. Найс. Я, честно говоря, думал, что мы здесь еще с тобой подеремся немножко. А он просто взял всех и на с одного удара вышиб, короче. Так, ну что, самурай 3 звезды нас встречает. Позиция у нас с тобой 63-я. То есть сёгуны уже, да? Уже виднеются сёгуны. Давай попробуем 15-19 здесь выбить. Нет, не хотят, да, давать? Вот, друзья мои, это будет Лека. Это у нас будет Лека. Раз, два, три, четыре. 49 уровень. Кстати, ребята, вот здесь уже на самом деле и Майки плюс еще. Ух, я возьму сюда, пожалуй, Усаги. Я не буду здесь, как говорится, долго читать им морали. Я знаю, что может вот этот вот Микеланджело сделать. Сейчас повесит уклонение. И фиг ты его потом пробьешь. Так что давай-ка с помощью Усаги здесь завершим все по-быренькому. Тыч. Постепенный урон, постепенный урон. Там были надписи, ты видел? То есть мы как бы их убили и в то же время на всех повесили постепеночку. Отлично. Ну что же, двигаемся дальше. Да ладно, я думал, мы уже в сёгунах будем, но ничего подобного. Сказали, Рэй, потерпи. Ладно, давайте тогда мне 15-19, пожалуйста. Вот, это у нас Хишам. Ну ладно, Хишам. Кстати, я верну обратно Усаги в эту команду. Понимаешь, да? У нас враг 50 уровня. То есть мы сравнялись с нашим, как говорится, врагом, с нашим претендентом. И мы не должны, тем более здесь такие, вон, хан, как ты видишь, кролики. Мы не должны им здесь давать спуску. Не имеем права. Так, ну-ка. Изи. Ну, ребята, 100 уровня Усаги, что ты хочешь? Он будет всех рвать. Также интересно, вот кто сильнее по атаке, если даже с помощью постепенного урона? Леонардо или Усаги? Ну, то есть я хочу не то, что именно чистый физический урон, а еще, например, вот Лео бьет, да, предположим, 1200, ну, грубо говоря, да? И Усаги с постепенным уроном. Насколько у него чистый физический урон плюс идет постепеночка? Вот в общей сумме хотел бы узнать. Было бы прикольно. Может быть, у Усаги с помощью постепенного урона намного больше дамаг выходить будет. Так, ладно, сейчас мы с тобой не об этом. А мы с тобой берем Ларис. Да, я возьму Лариса. Да что ты, Крис, все лезешь. Кстати, я тебе хочу сказать, что персонажей у нас становится меньше. Они прям тают на глазах. Но в то же время ни одного проигрыша пока нет у нас. Идем с тобой очень четенько. Если бы еще не обрывы связи, было бы вообще идеально. Так, ну-ка.
Ну, это не беда, ребята. Рокстеди здесь все равно дуплится. Даже если бы мы по нему не попали, от постепенного урона он все равно бы ласты, как говорится, отбросил. Ну, а мы с тобой двигаемся далее. Сёгун. Да ладно, я хотел сказать уже Сёгун 2 звезды. Да здравствует. Ага. Чё-то как-то вот здесь у нас с тобой подклинивает все не так, как нужно. Так, ладно, возьмем Усаги. 57-й уже уровень, как ты видишь, поэтому надо перестраховаться. Нет, только не Тимати. Я просто помню, как мы с тобой в тот раз взяли Тимати. Этого балбеса, который даже ничего сделать не смог. Ну, он потому что не прокачан, друзья мои. Да и уровень у него маленький, 70-й. Так, упс, ты видишь, что делает Усаги? Ты видишь, что он делает? Он в твоих глазах просто показывает мастерство. Ладно, друзья мои, двигаемся дальше. Сёгун 2 звезды, а место 65-е. Хотелось бы сегодня добраться до мастера. Чё греха таить, да? Ну давай возьмем, наверное, с вами Ирину. Ириночка. Ириночка-периночка. Давай будем драться с ней. Раз, два, три. Слушай, а мы уже переплевываем, да, противника? Да, переплевываем, потому что здесь 56-53 уровень, а у нас уже 60-й. Как говорится, для нас хорошо. Как же эта муха противно выглядит? Ты посмотри, а, с какими-то еще хоботками, блин. Пучеглазая. Жесть. Ему больше идет, когда он в костюме Бакстера Стокмана, да? Так, ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше. Как ты видишь, все здесь отлично получилось. Быстренько мы их разбомбили. И местечко у нас с тобой 21-е. Ну, все, это последний бой. И мы с тобой окажемся уже в Лиге Сёгунов 3 звезды. Да. Так, а можно мне получить 16-21? Нет, наверное, не дадут. Хотя, как не дадут? Дадут. Фред. Фред изъявил, ребята, желание. Ну что же, блин, у нас с тобой бойцов-то совсем не осталось. Вот смотри, сейчас будет прикол. Вот почему я и хотел узнать, кто сильнее, Усаги или Лео. Вот у Усаги идет чистый урон, смотри. Мы сейчас его наносим и убиваем всех, блин. Ну ты понял, да? Если бы он, короче, не добил бы, мне хотелось бы посмотреть бы в этом случае, как бы поступил Леонардо. Ой, Усаги. Он бы сделал бы удар, и если бы он повесил постепенный урон на всех. Ты понял, да, к чему я клоню? Наверное, нифига не понял, только голову вам замурыжил. Короче, Усаги со своей вертушкой и с постепенным уроном наносит больше дамага, чем у Леонардо обычная вертушка. Вот так вот. Или же нет. Вот так вот будет коротко и ясно вам все это донесено. Так, 16-21, и здесь у нас есть Райан. Вот, наверное, мы его с тобой и возьмем. Берем опять же Леонардо. Оу, а тут все, ребята. Осталось-то шиш да не шиша. Но у нас есть откаты, правда. До мастеров, наверное, мы не дойдем, хотя можно постараться. Так, ну что, Зэк бросает бомбочку. Угу. И Леонардо, ну, по идее, должен всех раскромсать. Да, и у него это получается. И у нас получается очень хороший буст. Так, какое место мы сейчас с тобой занимаем? Отсюда будет все видно. Было 77-й, становится 50 там какой-то, да? А, 37-й. Ну, тогда все, ребята. Тогда мы с тобой, естественно, залетаем. Мичаэл. Мичаэл против нас, да? Окей. 66-й уровень у противника. Так, слушай, секунду, а тут командочка такая неплохая, да? Кролики, Рафаэль. Ну и выживает только лишь Донни. Давай-ка вот так, смерть с небес пришла к нему. Да, друзья мои, идеальная победа. Двигаемся дальше. И остается, наверное, ну, пару боев сделать. Так, да, мастер. 95-е место. 17, как ты видишь, у нас с тобой откатов. И здесь возьмем, наверное, давай Айдена. Так, Лео, возвращайся. Наверное, сюда вернем Усаги. Ну, как-то так. По-другому не получается.
по-другому не получается. Тут будет достаточно лишь Усаги и Леонардо. Так, Майки, давай, без всяких выкрутасов, просто бомби и все. Нам, как говорится, здесь уклонение твое не нужно. Так, разгуляй. Постепенный урон. А, Леонардо, ну это, ребят, ерунда. Все, нахлобучили. Ну что, теперь придется нам с тобой потратить 5 откатов. Будет у нас 15 всего лишь. Точнее, даже не 15, ребята, а 10. Так, а мы с тобой летим на 57 место. Слушай, ну классно. Ну что же ты так долго-то ищешь-то мне? Опять, кстати, этот Матеус хочет со мной подраться. А я возьму... Ну давай вот, наверное... Ах ты, ну опять началось, а, ребят? Так, вроде бы недолго нам пришлось с тобой ждать. Буквально сразу же подключилась. Так, давай Бакстер Стокуна. Фух, дайте мне, пожалуйста, сделать последний бой, а потом уже это. Видно, сегодня что-то с соединением. А может быть, надо за интернет платить? Время-то уже конец месяца, да? Ну да. Так, вжариваем. Добиваем. Так. От постепенного урона, ребята, эти кролики у нас рассыпались. Ну вот, как-то таким вот образом, идеальная победа. И смотрим, на какое место мы с тобой сейчас приземляемся. Я думаю, где-то будет 30-е, 20-е в этих районах. 20-е, друзья. Ну что, теперь можно спокойненько собрать пак, который мы почему-то с тобой не подобрали. И все, и закругляться. Я уже за кадром попробую набить вот эти осколки, друзья. Вы пишите мне в комментариях, кого мы будем поднимать в золотой ранг. А на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.